Итак, сейчас 19 июля, и сейчас я хотела записать себе такое видео-послание на тему турецкого, на тему зоны комфорта и так далее. Я могу сказать, что я безумно горжусь собой, безумно горжусь своими результатами и очень рада, что меня моя мама записала в начале апреля на турецкий язык и что я сейчас числюсь в одной из лучших школ турецкого языка, вот, потому что я могу спокойно говорить с носителем. Конечно, в каких-то моментах не получается, в каких-то моментах я прошу написать мне в переводчике, потому что я еще не до конца знаю, учу турецкий только 3 месяца, именно вот так осознанно, с грамматикой, с чтением, с аудированием, совсем. Но, чтобы поддерживать разговор в течение 2 часов, я могу, и это очень круто, и приходится только несколько раз использовать переводчик, и я очень собой горжусь, и я очень надеюсь, что так пойдет дальше, что я буду развиваться, что у меня будет расти мой словарный запас. Потому что видеть в глазах носителя вот вау, это круто. И круто понимать, круто входить в разговор, начинать общаться. Для меня раньше это был непостижимый скачок. То есть я в прошлом году, чтобы вы понимали, у меня были уже друзья из Турции, но я турецкий не знала слова совсем, знала только мераба, насыл сын и мои 3 любимых слова хавуч, ач и кёпек. А сейчас я знаю много чего уже, ну достаточно, то есть для того, чтобы поддержать какой-то банальный разговор. И я так собой горжусь, потому что в прошлом году я ни с кем не могла встретиться, ни с кем не могла поговорить, потому что для меня это был не такой приятный момент. Я не хотела общаться через переводчик. И когда ты сейчас там буквально несколько раз заходишь в переводчик, чтобы вбить свою мысль, это безумно круто, и я очень горжусь собой, я очень горжусь Алиной, которая начала что-то новое, и хочет прыгнуть выше своей головы. Это безумно круто, потому что мне это нравится. И если тебе, мне нравится делать какое-то дело, оно всегда будет приносить удовольствие, приносить результат. И это действительно так, и я это себе доказала, вот, будучи на отдыхе в своей любимой стране Турции, знаю турецкий. Конечно, в каких-то моментах я отключаюсь. То есть, например, если я иду в город, и у меня может выключиться так турецкий, потому что все-таки еще в такой как бы обстановке у меня мозг резко не может включиться. Но общаться с людьми на какие-то банальные бытовые темы, это вообще просто, это скачок выше головы, и я надеюсь, что когда я приеду сюда снова, мой уровень будет еще выше. Вот. Поэтому самое главное — это не бояться пробовать. Вот. Потому что иностранцы всегда вас поддержат в плане, если вы захотите с ними поговорить на их родном языке. Они всегда поддержат. Всегда поддержат, всегда помогут, всегда подскажут. Например, я забыла однажды будущее время, в плане, как оно обозначается. Например, есть глагол «öğrenmek», это «учиться». И я забыла, как сделать будущее время, точнее «öğrenmek» и «öğreneceksin». Я забыла вот это вот окончание, и мне носитель помог. И это было так круто, и я сказала спасибо большое, потому что я на стрессе могу забыть это. Вот. А наоборот, меня просто похвалили, сказали то, что все прекрасно, ты пробуешь, ты не боишься. Да, и это выход из зоны комфорта. Да, раньше я стеснялась, и по сей день бывает стесняюсь, но то, что я уже умею, это круто. Поэтому мое такое небольшое послание. Пробуйте. Учите, развивайтесь, ищите то дело, которое вам по душе.